Ребята, вы просили нас сделать больше видео с влогами. Тогда обязательно переходи по ссылке в описании на второй наш канал от Magic Five. Всем привет! Вы находитесь на канале Magic Five. И это наша рубрика «Топ-5 самых неудачных фокусов в мире». Ну что, поехали! И пятое почетное место получает парень с колодой карт. Окей, сейчас просто потасуй колоду, будет охренительный карточный фокус. Вот там тебя покажут по телеку, да, смотри туда. Какую карту выбрать, я даже не знаю. Вот эту... Окей, так, все, я поворачиваюсь и давайте мне всю колоду. Сейчас будут магические слова. Парадавей, парадавей, парада. Кролика мне под шляпу, ты тачку разбил что ли? Парада. Ну ладно, желточек. Вот это твоя карта. Да нет. А четвертое место получает маг из талантов. Я достану карту из задницы. Да ладно. Да. Ну если серьезно, я покажу просто охренительный фокус. Никогда такого не видели. Я множество дерьма видел в своей жизни. Не-не, такого ты точно не видел. Выйди сюда, скажи это мне в лицо. Да вот просто сюда на сцену. Я сейчас стану и подойду к тебе. Леонтьев реально разозлился. 5 минут я его положу, да хоть 10. Ладно, если серьезно, давай выбери любую карту из моей колоды. Просто любую. Вот, да, король Буби. Вот ложи свой король Буби сюда, так, чтобы я его не видел. Я их тасую и кладу обратно в коробочку. Смотри, колода в копилочку. Оп. На самом деле, одна карта исчезла. И это, возможно, твой король Буби. Но если присмотреться в моей свежей булочке... Огонь! О-о-о! Они реально свежие! Лысый, иди попробуй! Нет! Вот столько места там еще остается! Это твоя карта? Господи, это король Буби! Я сяду на место! Фокус говно! Я знаю! И третье место получает невероятный Халк. Это невероятный Халк. Я здесь номер один, голубь, слышишь? Я здесь номер один. Балансировка с валанчиком. Сейчас я покажу. Балансировка с валанчиком. Сейчас я покажу. Оба! Это не ловкость рук, это дар. Слышишь меня, валанчик? Здесь я номер один. Муа, какой ты красивый. На! Я здесь номер один, петушок. Я номер один. Я номер один. А сейчас я потушу сигарету в руку. Петушиная магия. Смотрите, салфеточка о пол. Оп. Я номер один, я батя в здании, я лучший, просто сиди там, петушок, я номер один. А второе место получает польский иллюзионист. Смотри, этот гвоздь будет у тебя в руке. Кладу его сюда, запомни этот пакетик. Кручу, верчу, руку пробить хочу. Опа! Ты же помнишь, он во втором пакетике. Я чувствую гость именно здесь. Опа! О, да-да, он именно здесь. Ты волшебник, как ты это делаешь? Изи. И первое место получает таинственный школьник. А сейчас с помощью черной магии я превращу эту девочку в 2-метрового жирафа. Аккуратно разрезаем одного жирафа и получаем 2 жирафа!
А теперь смотрите, как появляется первый жираф! И через мгновение на свет появляется второй жираф! На этом наша рубрика подходит к концу. Обязательно ставь этому видео лайк и поделись с друзьями. Также не забывай, что мы создали новый канал с влогами. Кстати, прямо сейчас там вышел новый влог с фокусами от Magic 5. Ссылочка в описании.